Привет, земля, с тобой Узер Бобрик, а мы снимаем снова Secret Neighbor. Да, мне нравится эта игра, я буду ее снимать, пока вам не надоест. Согласен. Ладно, с чем я согласен, не знаю. И сейчас мы будем начинать. И погнали. Так, я загрузился, и я ребенок. Задача найти все ключи, открыть подвал соседа и выяснить, ну, много задач, короче. И сейчас это моя любимая карта, она самая лучшая, я так считаю. Так, это сосед, мне кажется, это сосед. Не подходите ко мне, я вооружен чайником. На фонарем. По-моему, я зря на него быкую. Он сейчас превратится в соседа и... Не подходи ко мне, уйди отсюда. Это я тоже заберу. Это ты, сосед, я... Сосед! Бежать! Тихо! Фух, я так испугался, когда соседа увидел. Ё-моё, вы бы знали. Ой. До свидания. Я вас не хотел потревожить ни в коем случае. А чё тут открыто? Странно. Я могу туда пройти, но... Ладно, проехали. Я упал. Надеюсь, не застрял, нет. Бежать. Так, это тут на крыше больше всего ключей, я так считаю. Вообще полно ключей. Я играл один раз сам, без записи, я нашел 5 ключей. Сам. Ну вот, уже ворона указывает, что ключ на крыше. Сейчас пойду забирать этот ключик. Ой, главное, чтобы все... Фух, мне показалось, что там сосед возит. Главное, чтобы сюда сосед не пришел и не поймал. Пусто. А тут ключик. Раз. Так, еще что тут? Есть, надеюсь, еще ключи. Я сюда только за одним пришел. Я сюда приходил за много ключами, странно. Или за большим количеством ключей. О, еще ворона карка где-то. О. Где-то... Ой, выронил. Ой, растяпа я. Так, ну, наверное, тут еще должны быть ключи. Нет? Неужели? Не верю. А в смысле? А как так? Ну ладно, не повезло, так не повезло. Так, оп! Да нет. Ну, снова я тут застрял. О, вырез, наконец-то. Я так ненавижу вот это место, где нужно... Боже, тут темно, ничего не видно. Надеюсь, вам видно, подписчики, не подписчики. Так. Угу, двери. Тут, о, ключ на раковине. Спрыгиваем еще раз. Так, тут тупик. Бьем окно. Так в жизни никогда не делайте, это игра, тут можно. И идем открывать подвал. Надеюсь, там сосед не караулит никого. Ну, пожалуйста. Сосед, будь добр, никого не караулит. Меня караулит. Ну, блин, ох, ё-моё, какой он страшный. Я даже не замечал, что он такой страшный. Ну и вот, меня поймали. Так, я ребенок. Задача снова же ясна. Я в прошлом раунде рассказывал. Правда, меня поймали. Это очень обидно. Усатая картина, на. Что произошло? Кто там? Кому плохо? А, это двери. Так, искать ключи нужно обязательно. Так, кто? Это сосед 100%, я уверен, просто на все 100. Что-то за мной гонит, а что-то от меня хочет. Я по нему стрелять буду, никогда так в жизни не делайте. На. Уходи. Уходи. Блин, он меня обокрал, он забрал все мои вещи.
Ну ничего страшного, ладно. Ой. Да блин, больно. Так, монетки. Монетки нужны, ну, для того, чтобы что-то покупать, как и в жизни. Что-то везде пустовато, меня еще обокрали. Так, тут ничего нету. Шестенки это мастеру нужны. Или как его, я уже не помню, как его называют. Ну, ладно. Так, ничего нету нигде. Почему так все залутали? Так, тут что у нас? Тут тоже все залутано, вазон в шкафу, у кого-то бывает. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Мне это очень поможет в продвижении канала. О, гитара. О. Бом. Так, я тут уже, по-моему, был. Тут кто? Кто кому помощь нужна? Здесь никто из них не сосед. Так. Ключи. Не могу найти. Что же это такое? Ё-моё, склады Лего. Точнее, клея. Кто соседом кого считает? Кто там сосед? Я иду на помощь. Я помогу. Закидаю соседа клеем. Клей его остановит. Я уверен в этом. Я вам помогу. Я спасатель. А, понятно. Не помогу. Может, наверх могу пробраться, если там открыто. Да нет, по-прежнему все закрыто. Попробую тут пропаркурить. Я вроде видел, что тут можно как-то пропаркурить. Тихо. Тихо. Блин, ну я и паркурист, конечно. Мама. Ты сосед? Ты сосед? Мне кажется, это он сосед. Не знаю почему, но мне кажется очень сильно, что он именно есть сосед. Хе, потерял меня. Слепошарый ты. Слепошарый ты. Слепошарый ты. Что вы от меня хотите оба? Я знаю, что кто-то из вас один 100% сосед. Каску мою сбили. Потому что он сосед. Он сосед. Да я в этом уверен. Это он. Значит, если он меня еще не поймал, то он 100% поймает. Время сваливать как-нибудь. Так. Я боюсь их обоих. Что же мне делать? Они меня хотят поймать. Я знаю, что... Да вообще никому в этой игре нельзя доверять. Сосед не сосед, без разницы. Никому не доверять. Блин. Ничего нема. Вообще. Я, наверное, самый бесполезный здесь среди всех. Ни одной ключ-карты, ни одного ключа не нашел. Как же так? И все, не выходить. Нет. Домик какой-то. Я помню, такой домик был с это, в прошлых частях. Привет, сосед. Ой. Это сосед. Блин, придется спасать, там кого-то уже поймали явно. Не трогай никого! Ах ты, не трогай людей, монстр! Ты плохой соседушка, уходи! Меня поймали, зря я рыбался, конечно. Ну что ж, думаю, время заканчивать на сегодня.